Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Привет! Вы на канале? На каком вы канале? Baby Go! И мы сегодня в парке Никола Ленивец. Вот такие интересные здесь указатели. Мехдвор, Кольцово, информационный центр, кемпинг. Очень много всего интересного. Динечка, пойдем смотреть? Покажи, куда пойдем. Подойди к какой-нибудь табличке. Или пальчиком покажи. Конечно, это некрасиво, но можешь пальчиком. Вот туда, в информационный центр. Правильно, разведаем что там. Поехали. Друзья, Никола Ленивец – это ландшафтный парк. И у него есть две основные особенности. Это конструкции причудливые. И лабиринт, который номинируется на Книгу рекордов Гиннесса. Мы попробуем вам сегодня по максимуму показать вот эти причудливые конструкции и попробовать пройти лабиринт. Денечка, куда мы пойдем? В лабиринт пойдем? Пойдем. Да. Пойдем в лабиринт? Пойдем. Ну, пойдем. По порядку. День, за спиной у тебя первая причудливая конструкция. Это имитация жуков на ветке, да? Сейчас поближе посмотрим. Ну, старая какая-то. Что-то уже голова у одного жука отвалилась. Вот их много. И чем выше, тем больше. Ну что, пойдем дальше? Жуки, Денис, видел? Итак, у нас первое испытание, друзья. Бревенчатый мост. На нем коляске будет тяжело. Сейчас мы вдвоем с мамой будем тащить. Дэн, мы тебя несем на коляске. Такой вот мост. Неожиданно, да? Предлагаю не опускать, потому что... Дэн, как тебе мост? Мостик Дэн. Видишь, коляска здесь не проходит, Дэн. Помаши ручкой. Там что-то за деревьями, смотри. Пойдем поближе, посмотрим. Какая-то арка большая. Пятка. Что там? Пятка. Там, да. Арка. Из какого-то материала. Вот она поближе. Огромная. Очень большая. Вот рядом вековое дерево. А, там еще и пройти можно, но я слышу голоса. Могучая, да, такая штука? Оп! Туда пойдем? Туда пойдем? Ну, давай попробуем подняться. Пойдем? Давай считать ступеньки. Давай, мы пропустили очень много. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дэн, 7, 8. Нет, не будем считать? Так, это первый этаж. Такая винтовая лестница и первый этаж. Мы почти подняли, Зинь. Ну, какой-то вид открывается здесь. Ты, Толя, колодец, что ли? Мама. О, Дин, смотри, как тут высоко. Крепко. Высоко-высоко, видел? Вот такой вот вид. Давай, Дэн, еще прямо посмотрим. И там еще какая-то конструкция, да? Не страшно тебе, Денис? М? Не страшно?
Давай, ножками пойди попробуй, пройдись. Давай ручку, папе. Куда пойдем? Бен. Показывай, куда? Туда? Ну пойдем спускаться, пойдем. Бен, пойдем к тем штучкам подойдем. Пойдем? Пойдем потрогаем. Пойдем потрогаем, из чего сделаны вон те штучки. Пойдем? Пойдем, пойдем, конечно. Смотри, какие плетеные башни. Большие. Вот. Видишь, из каких? Из прутьев, из веток связаны, да? Ну, они щетерили тут на это самое. На леске. Смотка-то идет. Дин, пойдем дальше? Дин, пойдем дальше. Пойдем дальше, да. Дин, мы пришли к лабиринту падения в колодец. Вавилонская яма. Расстояние 2010 год. 9 ключей лабиринта. Пойдем? Пойдем пешочком. Из двух спиралей, образующих земляную воронку при малом диаметре 6,5-9 метров. Пойдем, Дин. Пойдем, Дин. Дин, пойдем? По кругу пройдем? Пойдем. Нам надо попасть в колодец каким-то образом. Да, потихонечку только. Держись. Мама. Мама за нами идет. Хочешь с мамой идти? Мама, иди. Давай с мамой. Мама, бери за ручку и идите вперед, а я пойду за вами. По тропинке. Сейчас будем падать в колодец. Не будем падать в колодец. Ну, ты сейчас дойдешь. Фу, до падения. Финиш дорожки, да, Дэн? Все, пришли. Все. А обратно срежем. Давай, падаем в колодец. Бубух. Давай, все, срезаем обратно. Друзья, впереди одна сплошная лестница. Дин, смотри, лестница какая. Я не знаю, ты докуда там собралась, Кать? Наверх. Не прям. Нет, наверх я не полезу. Ноги а это все держится? Пойдем, пойдем, пойдем. Позырь на меня. Пойдем, говорит. Пойдем, пойдем. Ну, тебе еще, ты пока не достанешь, Дин. Можешь попробовать, но немножко. Ну, потихонечку тут. Далеко не надо лазить. У тебя это самое, ручки длины не хватит, Дин. Видишь, какие большие ступеньки. Ну, где мальчик, пойдем тоже попробуем. Ого ты! Стёп! Не, вы на соседнем попробуйте, Настя, зачем? Я полезу с другой стороны. Стёп, посмотри мне. Ручками надо хвататься и ножки переставлять. О, здесь очень высоко. Не, мы до конца не долезем, Дэн. Пока еще не подросли ноги и руки. Видишь, как высоко? Поход без тебя уйдем. Вот лестница в небо, вот так вот правда похоже. Смотри, наверное. Высоко? Высоко. Дэн? Высоко, да? Ой, не, спасибо. Дин? Нам туда не добраться. Я вот здесь посижу. Скажи, Дин, высоко. Кать, ты куда полезешь? Еще выше? Помаши, ты же высоко, высоко. Дочка. Очень высоко, да? Мама. Ого, смотри, где Степа. Идем, идем. Пойдем. Лестница, пока. 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 Так, друзья, мы нашли очередную конструкцию. Давай пойдем посмотрим, что там за конструкция. Заходи. Только не погрязи, смотри. Личная вселенная номер 5. Архсостояние 2016. Пространство, в котором могут одновременно находиться два человека, оборачивается вокруг беглецов, затягиваясь как узел, отрезает от внешнего мира. Пойдем посмотрим, что там. Пойдем. Пойдем на личную вселенную номер 5 посмотрим. Правильно, пойдем. Пойдем. Вот она, личная вселенная номер 5. Заходи. Номер 5, вот она. Интересно, из чего она сделана, Дениска?
Металл. Тебя посадить внутрь? Давай. Денис, это твоя личная вселенная номер 5. Ну-ка громко крикни 5, тут эхо будет. Не крикни 5. Не крикни 5? Ну ладно, все, выходим, да? Выходим. Скажи, пока, личная вселенная. Пока. Друзья, мы нашли батут. Денис, будем прыгать? Ну-ка давай, сам прыгай. А чего боялся тогда? Класс, Дэн, класс. Слева доносились звуки из леса. Пойдем глянем. О, видел? И разная тональность. Волшебный звук, Дэн. Здорово, да? Смотри, папа сейчас стукнет, смотри. Слышал? Нет, надо палочка, ручка не получится. Вот, давай, по каждой стучи. Вот этой возьми, попробуй. Денюш. Денюш, давай вот этой. Держи. Подходи, стучи. И по каждой давай. О, слышишь звук какой? Да. Сейчас папа получит звук, смотри. Вот такой прекрасный звук получается. А всего лишь трубы разной длины, закрепленные на железных прутьях. Пойдем дальше, Денюш. Мы пришли к самому интересному участку нашего путешествия. Это лабиринт, который должны занести в Книгу рекордов Гиннесса. Мама, он чем у нас прославился-то? То, что он самый труднопроходимый? Самый большой? Самый большой лабиринт. Попробуем его пройти. Сейчас пойдем. День, куда мы идем сейчас? В лабиринт. Скажи, мы идем в лабиринт. Лабиринт. Пойдем, пойдем, все, пойдем. Смотри, самый большой лабиринт в мире. Пойдем, это наш долгожданный участок. Дэн, лабиринт номер 1, воздух. Пойдем? Давай, веди всех. Давайте где стоп-то, но там и пройдем. Дениска, давайте не здесь. Мне кажется, мы здесь заблудимся. Сам поймешь? Конечно, сам. Давай, ищи нам правильный путь. Обычно малышам везет. Это не электрика, Денисова, это не надо. А это лабиринт, это стена. Нужно идти прямо, потом поворачивать. Это лабиринт. Стена из палет. Вот. Мама. Нам прямо. Пойдем. Давай, тетя Таня догонять. Дальше все, мы уже, в принципе, к выходу подошли, да? У нас он дальше перетекает в огонь, а прохождение огня будет сюрпризом. Встретимся в конце лабиринта. Да, День? Дэн, смотри, вот он, кострище-то. Иди сюда. И тетя Таня пойдем догонять. Но это только середина лабиринта, Дэн. Нам теперь надо найти выход. Нет, она не здесь. Нарвин, давай, нарвин цветочек. Давай. И пойдем искать выход. Пойдем? Пойдем,
цветочками искать выход. Мне кажется, что мы уже близко. Ну все, дальше мы уже почти у выхода. Покажем вам концовку, чтобы не показывать вам весь путь. А два других лабиринта пускай остаются для вас загадкой. Да, Дин? Загадка будет. Близко к выходу или как? Да. Это все, последний поворот. Дэн, мы два прошли и два вам показали. А еще два пускай останется секретом, да? Мы не будем показывать, как мы проходили лабиринт воды и лабиринт земли. Скажи, пока лабиринт огня. Пока. Лабиринт огня. Пока, лабиринт. Да, пока-пока. Друзья, здесь очень большая территория, и за день ее сложно пройти. Так что лучше приезжайте с палатками. Берите с собой велосипеды и оставайтесь на кемпинг на несколько дней. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы продолжаем изучать парки России. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну а мы ненадолго прощаемся, да, Дениска? Пока. Пока-пока. И все? До новых встреч, друзья. И до новых.